поставил тег видео. Знаете, это наглое. Отдали ей рыбку, рыбаки лопают. Проглотила и расширила. Я все swallow, right? Full. Оп, easy. It's big, pretty big fish, huh? Yeah. You still hungry, honey? На этом столе разделывают рыбу, когда приезжает вот этот кораблик с фишинга, с туристами. И вот они, и остатки им оставляют, и они лопают птички. Видите шею, он проглотил. Can you swallow this like that? You bigger, you cannot, right? Oh my god. You see? Он проглотил, вот у него там в шее. Еще одну хочет взять. Кошмар. Thank you.
моют кораблик после фишинга, молодцы. Я, ну, за его this video, I don't think in Russian language. Пеликаны засели, целая семья. Холодно сегодня, а? Ага. О, дельфин, дельфины в воде, видели, вот там. О, два, two, right, together. Ага. Ну, let's see over there. Сейчас опять они появятся, дельфины. Должны быть. Смотрим вот туда. Может быть, дальше немножко. Должны выпрыгнуть. Usually in the morning, right? You can see what. There are two down there. Over there? Yeah. Oh, very far away. Okay. Yeah, they... Очень далеко, вот там они уже выплыли. Окей. Приехал фишинговый кораблик, приехал, который возит туристов за рыбу ловить. И за ним сколько пеликанов, смотрите, целая стая. Thank you. Thank you so much. Have a good day. Thank you again. The sun is gorgeous. If they come over. Yeah. What do you want to do? Send you? Смотрите, приплыл назад фишинговый кораблик, привез людей, и они будут разделывать рыбу около там на столе. И вот поэтому птицы же они чувствуют, представляете, вот именно за фишинговым кораблем столько птиц и пеликанов. Мы сидим в таком ресторанчике. И такое меню. Сейчас нам принесут еду. Это Маргарита моя. У хазбанта там этот... Ой, я не знаю, что он взял там. Это, по-моему, даже не спросила. Водка с этим, наверное, с этим... лимон-лайм джюс, наверное. Не знаю, или водка, или, может, виски с лимоном. Не знаю, что... So nice, Charlie. Птичка приходит. Every day on the night time, I mean, at this time or in the morning. You'll take it right out of your hand. And let's see. Just hold it like real at the end. Oh, she will bite me. I'm afraid. Oh, no, you give him. Oh my God. Charlie bird. Сосиска. Hot dog you gave you. Oh, she swallowed all of them. Mm-hmm. Oh my God. But every day for one hot dog, it's enough. Oh, I give her half in the morning, half at night. Oh, okay, okay. Because he comes for breakfast and supper. Uh-huh, uh-huh. let's I will take video. Дают половинку утром и половинку вечером. Какой красивый. Ну, подожди-ка. Wait, no. Ага. Хали. Ой, слушайте, она сейчас клюет меня. Ой, какая красивая птичка. Гляньте, какая тут природа. И какая птичка красивая. О, май год. Гляньте, какая красота. В гостях мы кондосы такие. Гляньте. Птицы уже слетелись. Почувствовали. Хот-дог дал ей. Я сказала, говорю, дайте мне покормить. Он говорит, она у вас не возьмет. Ой, какая красавица. Красота, да? Квартиры здесь такие. Апартменты на берегу канала, недалеко моря. Дорогие, потому что море недалеко.
Леснуется. Ой, какая красивая птичка. Ну хорошо, да? Она еще будет стоять, говорит, каждый день приходит. Every day she comes, right? But Charlie, this boy, of course. Мальчик. That's it? What you gave her, right? Well, I can't give any more. The seagulls are out. The seagulls are out. The seagulls are waiting. Mm-hmm. They're waiting for me to give them something. Yeah. Because then they're going to swarm. Did you like that? Oh my God. Находимся в квартире. Сейчас покажу Чарли вам. Гляньте, какой Чарли здесь приходит. Опять пришел. Смотрите, какой. Смотрите, какой красавец. Гляньте, какой красавец. Смотрите. Опять ждет сосиску. Целый вечер будет стоять. Но это он, потому что оперение. Смотрите, какое красивое. Ну да гляньте, на какие они наглые, а. Стоят, даже не пошевелятся. Может, клюнет? Двое, может быть, это пара, может, муж и жена.